знаешь, так мне еще в поминках не было. Вот слушайте, вот все-таки люди и люди. Да, бывают моменты, когда сходил у него Дух Божий, вы знаете, он написано, бежал вперед. А мне это интересно. Я такой проповедник с длинным носом. Я хочу копать, углубляться. А как это? Оказывается, лошадка, она достигает 70 километров в час. 70. И вот, представьте, он вперед. Ну, пусть будет 75, правильно же? Вы находили таких людей, которые бежали 75. Трудно. Дух Божий. А было время, когда Дух Божий, ну, не посещал его, и одна женщина, да пусть Бог сделает со мной, что хочет, но я говорю, завтра голова на этом человеке что? Не будет. Написано, Илья что? Украинское слово есть такое. Залякался. Кто-нибудь понимает украинский? Наверное, кроме меня одного, да? О, ну, не их знаю, да? Залякался, это испугался. И знаете, что он делал? Написано, 3 дня ходьбы. Знаете, я светский человек, мне очень тяжело. Но я понимаю, можно...